Прививочная кампания против гриппа полным ходом идет в Нижнем Новгороде. Вакцинация проходит в поликлиниках, школах и на рабочих местах. В регион поступила половина антиген. Нижегородцы делают прививки активнее, чем в прошлом году, однако больших очередей в поликлиниках не наблюдается. Медики прогнозируют рост заболеваемости гриппом в январе и феврале 2018 года. На данный момент ситуация в области стабильная. Между тем, специалисты рекомендуют не затягивать с профилактикой. Грипп, он опасен осложнениями. И вот эта цель профилактическая направлена в первую очередь на то, чтобы предотвратить, вот, как я уже сказала, летальные исходы и тяжелое течение заболеваний. Первый транш практически мы на сегодня заканчиваем иммунизацию, и поэтому мы просим наше население активно прийти в наше поликлиническое звено. Из-за прививок люди не болеют. Скорее всего, просто у них был инкубационный период, когда они делали это. Прививочку, ну и в легкой форме заболевания. Не нужно так делать, то есть нужно приходить здоровым на прививку.